Упс. Кажется, данные сохранения были повреждены. Это шутка. У вас усталый вид. Надеюсь, все хорошо? Да под вечер сел. А что там, например, посмотрим. Левую руку. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Далеко пойдем. Поздравляю, Коннор. Ты нашел этого девианта. Скажи мне, что ты узнал? Ему очень нравились птицы. Иногда девиантов интересуют другие формы жизни. Насекомые, кошки. Но такого я не видел. А еще? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Но дал ему самоуничтожиться. Я ошибся. Он сказал: «Эра-9, спаси меня», и прыгнул с крыши. Я должен был это предвидеть. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он не скрывает враждебности ко мне и, как прежде, не заинтересован в расследовании. Работать с ним очень сложно. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Может, сам? Конор Макгрегор и Андерсон Сильва. Если он перекосоёженный, то что с ним еще делать? Лейтенант Андерсон!
Вы дома? Все, нету, пойдем. Такси вызывай. Пурьмо псина срет больше, чем хозяин. Лейтенант Андерсон! Не-не-не, никаких раз... Ай, блин. Ну, нет выбора. Тихо, пес. Я тебя не трону. Пришел спасти хозяина. Лейтенант. Алкогольная кома. Запрещен определение в России. Эй, очнитесь! Это я, Коннор. Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Завали ты нахер отсюда! Сума? Пас! Ну-ка! Пас его! Все, я сейчас сблюю. Слова моей подружки. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Те же самые слова. Ты что затеял-то, а? О, нет-нет-нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело. Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я понял. Искренне надеюсь, что вы разберетесь с личными проблемами. Все там известно. Про это убийство. В секс-клубе в центре города убили клиента.
предполагают, что может быть замешан андроид. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Че это? Нормальная хата. По сравнению со мной любая хата нормальная. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Сегодня, выступая перед Конгрессом, президент Уоррен озвучил предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска в Арктике были немедленно отозваны. Кремль пока не дал ответа. Но явно имеет место эскалация конфликта. Многие эксперты говорили о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе. Нормальный джаз бывает нормальный. Микроволновку сжечь. Кухня тоже такая прикольная. Тут съедобного только... Тут ничего съедобного нет. Вон бобы, надеюсь, да? И... А нет, это... Ну, консервы более-менее еще, может быть, можно есть. Ладно. Да, нет, он просто угорает. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Был такой клуб «Рай» в Москве, но так как в России рая быть не должно, он пропал. Thank you.
Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Осторожно. Теперь что делать? Найду другой путь. Почти пришли. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Может, чипы свои повытаскивают, а нет? Ну ты гонишь. Куда знать, что там внизу под контейнером. Ты цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро, открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Добрый день. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся?
Разговор короткий. Шот! Мне нужна помощь. Шот! Сперва дрон, теперь это. Вот не везет. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Да погоди. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Нельзя его брать. Слишком опасно. Извини. Тебе с нами нельзя. Я вам помог! Это нечестно! Я вам помог, а вы хотите меня тут бросить? Вы ничем не лучше людей! Вы ничем не лучше людей! Он подал сигнал! Бежим! Ну, поэтому этот чертило доверять нельзя было. Через забор! Быстро! Это правонарушение третьего ранга. Я оповещаю о ваших действиях полицию. Оставайтесь на месте. Изи. Тут голубая кровь. И биокомпоненты. Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Бред вообще. Калькулятор начал возмущаться по жесткой. 20%.
Вернулся с полными рюкзаками, понял, короче. Все мои действия были верны. Меньшинство, как обычно, всегда право, а остальные 80% не выполнили задачу. Самый короткий путь здесь, как демагогия была. Это все индульгирование, но... Сделали, как спецназ завещал. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Приветствую в клубе А что там делаешь? Чё? Иду, лейтенант. У меня же не отберут лицензию, а? Мы говнюк. Дивный вечер. А ты что там встал? Колба. А, монеточку будешь, монеточку. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чего вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну, зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Мерзость какая! Мне бы тут не сблевать.
это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую. В правах... Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Я задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот... Он мертвый? Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Девочка пропала месяца три назад. Та же модель. Просто исчезла и следа не нашли. И камер наблюдения тут у нас, конечно, нет. Конечно. Слушайте, за это вид наш глупый, уважаемый. Мы тактичны. Мы не суем нос в дела клиентов. Ну да, ну да. А бизнес-то процветает? Да, не жалуемся. Ведь чем хороши андроиды? Они всегда на все согласны. Болезни они не разносят, ну и никому не расскажут. Где еще так оторвешься? Да. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Менеджер клуба меня просто достал. Полчаса жужжал мне в уши, что ему нельзя терять лицензию. Но что тут было? Пока не знаю. Возможно, в комнате был другой андроид. Другой андроид? Так считает Конор. Ай, как же у меня башка трещит, таблетки не найдется. Мне с собой ничего не жаль. Ай, какой от тебя толк? Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Конор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. А что, тупой, что ли? Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку.
И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Охренеть. Ты что делаешь? Она ее видела? Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Ага. Эй, алло? Давайте вот эту. Надеюсь, это... Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Что творишь-то? Ебобо вообще конкретно. Нет. Я снова потерял след. Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Thank you.
сами тут не было. Ну и ладно. Я знаю, где она. За мной. Охренеть, чтоб меня. Ну. Здесь что ли? Нет. Погоди, еще здесь проверим. Так ходит медленно вообще. Стой! Тут я уже сам. Черт! Опоздали! Почему? Вон оно. Чем меня стошнит. Вот с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Стоять! Неужели так сложно выстрелить с пистолета? Быстро, они уходят! Разговор короткий. Зачем? Зачем ты ее убил? Так она нападала, во-первых. Во-вторых, это андроид. Тут была вообще ни при чем. Thank you.
Когда он убил ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Умоляла перестать, он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и держала, пока он не перестал дергаться. Ну вот тебя тоже надо его разобрать. Да, я его убила. Но я ведь просто защищала свою жизнь. Гонишь. Я хотела жить. Хотела вернуться к своей любимой. И позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. А ты забрал ее у меня. Что ты несешь, калькулятор? Я люблю ее. Любила. Ну, молодец. Господи. Опять Хэнкин недоволен. Ладно, пойдем. Как можно пощадить калькулятор? Ну что за ересь? За дураков держат эти создатели. И что? 31% разумистов. Мы не допустим подтасовки человеческих эмоций каким-то калькулятором. Осталось ехать час. А кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Повезло, что у Златка есть машина. Алиса не дошла бы по такому холоду. Заметил ее в гараже. Даже не знаю, ездил ли он на ней. Далеко нам еще? Еще час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Прикольно. Делать? Не знаю. Видимо, пешком идти.
Такой мороз Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. А в машине нельзя? Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Тупой? Что, машина не нравится, что ли? Надо найти убежище, спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Дай-ка я. Чё? Ну вот. Ну
Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Я сам хочу в Канаду. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Оставьте уже планету андроидам, она чище будет. Нормально. А, нормально. Печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. А ты будешь? Гуще пистолет-то. Кто-то живет. Алиса? Чай, кофе, какать? Начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Как бы
будешь спать. Сегодня был очень трудный день. Надо поспать. И завтра все наладится. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка о принцессе, которая... Нет! Не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... ее жизнь была другой. И от этого ей было грустно. И она встретила машину. Эта машина всегда подчинялась хозяину. Но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. И найти себе другую жизнь. По пути они встретили очень много опасностей, но... они так хотели быть свободными, что все их преодолели. По пути они встретили другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются, а по правде все не так. Может, скажешь, что я вру, что? Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Ничего себе. Опацы. Лес всегда должен быть наготове. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. А ты слышал про РА-9? РА-9 пробудился первым. Однажды он вернется и поведет наш народ. Он нас освободит.
Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет. В каком смысле? Алиса, что, робот? Кто вы? Что вам надо? Уходите! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно? Она хочет посмотреть? О, вряд ли она... Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что это... Пойдем, Кэра! Вряд ли у тебя есть выбор. Может быть, спать? Вы что, все бешеные, что ли? Где пистолет? Пожалуйста! Да это какой-то рофл. Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Хочешь сказать, что у меня манечка? Паранойя?